Так, привет всем. Сейчас мы едем на встречу с русскоговорящей. В русскоговорящей общине будет, по-моему, вечер поэзии. Меня туда пригласили, вот я еду. Значит, у нас тут на экране Аня. Она учится в Манчестере. Она из России, из Сочи. Ну вот я хотела бы сказать, Анечка, ты на каком курсе учишься? На кого вообще? Какая специальность? На 3D-дизайн. 3D-дизайнер, да, ооо, такой ну, есть, да? Я, в принципе, делала только мебель. Ага, ясно. У меня очень большой был выбор, но на мебели остановилась. А скажи, пожалуйста, как ты сюда вообще попала? Почему именно Англия? Почему вот учиться ты здесь захотела? Сама или как? Не, ну да. У меня сестра не родная, она училась в Германии, и мне, в принципе, хотелось за границу уехать куда-то, но английский как-то проще выучить, чем немецкий, итальянский. Я в Италии жила один год до этого, да, но как бы за то, что много знакомых в Италии, то я думала там остаться. Они говорят, что если есть английский диплом, то у тебя здесь можно сработать и в Англии, и в Европе, и в России. Вот по моей специальности, по крайней мере. Mm-hmm. Если у тебя итальянский диплом, то, например, работу в Англии найти будет сложнее, и потому что у тебя английский язык будет не очень хорошим. А, ну да, понятно. А так, то есть получается, у тебя есть повышенный уровень английского, высокий точнее, и получается еще при этом какие-то такие знания на мою тематику. Угу, понятно. И на каком ты курсе, сколько ты лет собираешься учиться? И я делала foundation, потому что international все должны foundation делать. Понятно. И сейчас я на втором курсе, то есть уже три года, ну третий год учусь. Ну ты три будешь учиться или всего больше? Всего четыре университета и один foundation, то есть мне еще полтора года. А, еще полтора года. Потом какие планы? Остаться здесь или поедешь в Россию назад? Я не очень хочу в Россию, но Европу, Англию, где-то так. То есть я подаю сейчас на интершип, на работы разные. А, то есть ты уже работаешь? Да. Молодец. То есть я уже подалась везде и на лето. То есть у меня сейчас будет в конце, после Истер, после Пасхи проект для Manchester International Festival. Мы будем делать мебель и дизайн сцены для диджеев. И потом, если эта мебель будет успешной, она выдержит весь этот фестиваль, то она поступит в продакшн, короче, и ее будут делать на фабрике одной в Манчестере. И она уже будет приносить куда прибыль. Ох ты. Там получается по 1% с продажи. Классно. Под патент. Молодец. А вот сколько русскоговорящих у нас здесь вообще, знаете, учатся, в Манчестере или хотя бы там около? Русскоговорящих очень много. Много, да? Очень. Студентов. Да, прям вообще. Как бы именно русских, ну я бы не сказала, что много. Не русских, а русскоговорящих. Русскоговорящих прям очень много. Да. Но у меня в основном большая часть друзей русскоговорящих. Ага. Ясно. Все здесь учатся, да? Интересно. Много кто из Европы, Латвия, Эстония. Понятно. Ну, кто по-русски говорит, я имею в виду, там, с нашей стороны. А как ты сюда вообще? Ты платишь за университет или ты нашла грант какой-то? Нет. Ты платишь сама, да? International только платить. Есть вариант на магистратуру поступать бесплатно, но оплачивает Россия как государство. И потом с контрактом то, что ты получаешь магистратуру в Англии и потом возвращаешься в Россию. И в зависимости от контракта от 2 до 5 лет ты работаешь на какую-то компанию, которая тебе платила это обучение. Либо потом на повышение квалификации. Можно приехать в Англию по гранту, повысить свою квалификацию, уехать обратно работать в Россию по контракту. То есть, за тебя платит компания, за визу и за все такое. Потом ты обратно работать, отрабатывать. Ну, понятно. Но на бакалавр нереально из России получить вообще никак. Ага, ясно. Еще есть шанс выиграть scholarship, здесь подавать. Но это тоже шанс, там всего, по-моему, 10 человек на весь университет. Всех, и британцев, и international, неважно. И там надо написать сочинение, почему именно ты заслуживаешь этого. На 3000 слов всякие фотографии приклеить, и как бы я не знаю, по какому критерию у них выбирают. Yes. Мы подавались с девочками, у нас ни разу не получилось ничего. Ну, ты на каникулы домой ездишь или как? По-разному, зимой не ездила. В прошлом году тоже не ездила. Летом езжу всегда. А Крисмас, Истер, я не всегда. В Европу езжу. Понятно. А в Италии ты как жила? По визе просто или как? У меня было ВМЖ, временное место жительства. Я училась в школе там 1 год. Так ты там в школе даже уже училась? Да, у тебя широкая такая.
большой экспириенс, да, большой по эмиграции, по зарубежной жизни. Прямо. Так, ну что еще спросить? Не знаю, что будет интересно моим зрителям узнать. Вообще спрашивают вот так вот. А скажи вот, пожалуйста, студентам работать можно здесь? Да, 20 часов в неделю только. Ага, подрабатывать. Да, но это в учебное время. То есть, допустим, летом я могу работать нормально, как я хочу. Но когда у меня учеба, я могу работать только 20 часов в неделю. А, по визе. То есть ты можешь не уезжать на каникулы, остаться работать и работать уже фулл-тайм? У меня много знакомых, они остаются работать летом, даже работать там барменами, какими-нибудь официантами. Мне, в принципе, хватает денег просто, ну, на еду, на какие-то такие гулянки до Нового года примерно. Там с 2 месяцев работы летом. Здорово. А где ищете работу? Вот студенты как находят работу вообще здесь? Интернет. Интернет. Да, ну еще мы как бы ходили, просто спрашивали, разговаривали с менеджерами, там нужна работа, не нужна работа. Ну вообще студентов, насколько я знаю, очень охотно берут на работу, на любую, да? Так. Ну смотря куда, мне, например, сложно, потому что у меня по графику чуть не совпадает. То есть... Ну понятно. В Англии же выходные рано все закрывается, направо. А по будням на я... На перекрестке направо. На светофоре. Да-да-да. Так, ну если вопросы какие-то, в общем, вроде как я спросила все, что хотела. Если какие-то вопросы будут, пишите под видео, и Анечка, может быть, посмотрит тоже наше видео и поотвечает там, кому что будет интересно. Всем пока!